Володя, здравствуйте. Я хочу представить сегодня один видеоролик. Это будет видеоролик, что в основном будет этот видеоролик без комментариев, да? Ну, кое-что скажу. Хочу показать, как днем Ереван. Я сейчас нахожусь на площади Республики Еревана. Видите, вот это дома, красота. Хочу, чтобы вы смотрели, какая у нас красивый Ереван. Вот. Сейчас я представлю вот Аня. Меня снимает, как всегда, Аня. И покрутись, Аня, снимай вокруг. Какая у нас красота. Ну, я буду снимать эту красоту и днем, и вам покажу еще вечером, да? Вечером еще красивее будет, потому что сейчас очень жарко, тут на улице 40 градусов, представляете? Люди мало входят на улицу, потому что очень жарко. А вечером, когда солнце уходит, полно народа будет, очень много. Пойдем, Аня, за нам, пойдем дальше. Это место, где продают очень много сувениров. Вот начинаем с Нарви. Вот это место, я сказал, недалеко, где-то метров 200 от центра, от площади Республики. И сюда вот покажем, как мы Нарви. О, море Нарви, шашки, Нарви, Нарви. Нарви, 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 Нарви. $35,000 где-то 35 тысяч, где-то 70-80 долларов, да? И до цены, там, какие цены? Это вся ручная работа. Все одни ручные работы, да. А чайный никитор файтит сапаты, да, слад? Իսկ իրա փորագրությունից ինքը ամբողջությամբ ձերքով արված էր, ոչ մի մեքենայի փորագրություն չկա։ Здесь ещё детали петли бронзовые, здесь наш логотип, веб-сайт, это для гарантии. Мы даём 25 лет гарантии для дерева. Классно. И ещё вот здесь это тоже целый кусок дерева, здесь ничего не переклеено, это из целого куста. А белый цвет это натуральный цвет бука, чёрный крашеный. Здесь тоже ничего не переклеено. Классно. Ну здесь есть место. А с какого дерева? Бук. 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 Здесь ещё и шахматное поле. И плюс на комплекте идет фишки для нарды, кубики и сумка. А сколько такое стоит примерно? 93 тысячи грамм стоит. 93 тысячи грамм это где-то 200 долларов, да? Да. Вот такие нашвырные фишки. Нашвырные. Это ореховые буквы дерева. Вот черные из ореха приготовлены, а белые из бука. Черный цвет, это натуральный цвет ореха, а белый бука. Еще плюс... Он сам автор. Автор, да? Сам автор. И компания называется... И еще плюс на комплекте идут вот такие зары из бильярдных жаров. Давай, сейчас на канале Кишканы выражаем. Цитингингеров. А у меня вагнал, чувак. Есть нарды, чеки такие. Да. А это дудуки, о, дудук, дудук, черный, дудук, а э. Новоголи. Но и некого еще, чтобы попросить, чтобы играли на дудуке, да? Да. Новоголи, дудуков. Новоголи, дудуков. Вот тут что интересно, начиная из золота и до тут море разных сувениров. Сейчас пойдем к шампурам еще. Шампурам, тонир есть, там один, такая ручная работа. Там есть сувениры, там полно сувениров. А если посетите в Ереван, дорогие мои друзья, обязательно приходите здесь. Это, я сказал, недалеко от центра. Место находится вернисаж. Любого спросите, где вернисаж, они вам все покажут. Вот его почки под конек. Вот смотри, красота. Конек, вот, ну, интересно, как понятно, что там.
стекло или дерево. Я вижу, что дерево. Что побольше, это дерево внутри, а это поменьше, оно стекло вовнутри. А вот деревянные. Видишь, Аня, вот, смотри, значит, вот такая штука, что держит бутылку. Не, бутылка пустой, да? Как это держит? А вот так. Вот, друзья, да? Где вы часто спрашиваете в комментариях, где купить хорошие шампуры в Армении. Хорошие шампуры в Армении у нас покупают на вернисаже. Вот это для тонкого. Это все для тонкого. Тинчар. Хатиковате швеца. Да, хати рекукеса. Рекукеса. Ми йод доллар, а? Да, это специально ручное, ну... Ну, друзья, смотрите, у нас что есть? У нас есть разные цены. Не все одинаковые, даже из хорошего цены до максимума есть. Вот это, допустим, для шампуров на мангале, это вот отлично подходит, средний. Из гранита, да? Вах, из гранита это. Вот такой шампур получится. И сколько это стоит? 25 тысяч, это 50 евро почти. Для русских, а вот тем, кто приезжает с России, видите, с флагом России. Вот, это интересно, да? Приезжайте в Армению, друзья, покупайте хорошие шампура. Где купить? Вот здесь и покупать. Ручная работа, смотрите. О, класс, прелесть. Вот прелесть, шампура такие. Шашлык, по-моему, корона Российской империи. Класс. Класс. А раз перестал. Искать нормальный рин чарже. Эти амена тысячи драм. Два евро за штуку, да? Нам хорошо. И вот весь, вот такой можно купить, вот такой комплект можно купить. Ну, возить как, перевозить как, этого не знаю. Это вам самому думать надо уже. А такой шампур здесь классный. Сколько такой набор стоит? 100 долларов. Гранатный планирующий теперь, а? $100. 100 долларов. Но нормально. Для такого это нормально, $100. С какой дерева? Ручная работа полностью. Вот так вот открываешь, да? Да. Все. А тут что? Нож, чтобы мясо снять. А, нож. Ну, да, нож. Хорошо. Класс. А тут что такое? Это просто чехол. А, просто чехол. А это? Дверями. Дверями. Это ваше дверя. Классно. Вопросов нет у вас. Дай Бог, чтобы приезжали много людей и покупали ваш шампур. Сах серебро, а че? Арцат. Все в серебре они украшения. Вот такие. Класс. Дело мастеров, армянских мастеров. Это Ахитатана, че? Да. Все армянские. Ну, армянский мастеров, сделан из рук армянских мастеров. Молодцы наши, молодцы. Да, какой богатство, че вернисажа? Да, вернисажа такой богатство. Жарко все равно, когда пить хочется, на каждом шагу в Ереване есть родник. Вода чистая и холодная. Ах, молодчатый, какой класс. И вот наш вернисаж, я сюда завершаю мой тур в вернисаже. Это я назову музей под открытым небом. Правильно? Правильно. Чиштамасу. Амбук-Тереванна. Карибада. Мы сейчас взяли такси в Ереване и едем к центральному рынку. Вас я не буду снимать, не переживайте. Тут такси недорого.
всего лишь я буду платить $2, чтобы меньше проезжать, а меньше даже $2, видите? Как красиво, отлично. Не сколько километров, ну, это не имеет значения, главное, что недорого. Такси, даже машины надо покупать в Ереване, приезжайте и гуляйте на такси. Хорошо обслуживают, все классно. Это кино Россия, че? Кинотеатр Россия. Кинотеатр Россия. Ну там нет, все уже закончилось, да? Все, стал. Прогулка по Еревану немножко. И мы едем к центральному рынку сейчас. Аня хочет перекусить пирожки тут. Она очень любит пирожки. Сейчас мы покупаем. Где пирожки наши? Ман ах бибаркасе они. А, окей. О, классно тут. Фастфуд. Ага, стекутен. Эс джингалов хатис кара мы ате верцнем. Лавна байц. Лавна, ага. Бетси вон сорте тарма. Окей, я сверцнем им зеркал. Окей, мерси. А, има кашвенке. Ба инчо не хамелу. Тан. Вецови тан не какрошкаев. Акрошка не. А, туш. Ас че тан авелява. Че, лав, лав, все, окей. А, не. Че, арансгас. Ереване, там, где центральный рынок Еревана. Сейчас мы зайдем туда, там будет настоящий рай сухофруктов. Я буду представить фрукты и сухофрукты. Там все, там и... Вопросов нет про вкусов, как они готовят, хотя я удивляюсь всегда. Это здесь. Пойдем, посмотрим, что у нас есть. И сейчас апельсин, да? Апельсин? Апельсин заправлен с чем? Барев здесь. Барев? Лавмерси. Хочешь, как ты здесь? Ага. Старин джан, да, пири. Шат наим мэнг зэ хавор. А, на виджой. А, окей, мерси, мерси. Ес, бана, ба, мэри. Навэк, ан, Класс, вершна, че? Се с банчика ради. Э, синча, апельсин заправлен с чем? Орехами и все там. Не, вот ты поймешь, не поймешь, что. Не объясни мне вещи. Смотри, они вот сюда, сюда, сюда. Все, уха. Вот здесь говорим, мама джан, такого невозможно. В Армении это. Такое возможно только в Армении. Это заготовить как сувенир. Как сувенирчик. Можно я вас угощу? Спасибо, да. Немножко, немножко уже. Только маленько. Можно на два это делать, потому что а, это много бота. Я сейчас Аню дам. Аня, ты хочешь? На, возьми. Перекуси. Это... А, спасибо. Это да? Начинённый персик. Классно. Мне не буду столько. Персиком? Начинённый. Начинённый персик. В чём это? А это в чём? Это персик. Персик сухой? И можно есть это? Здесь витрина, здесь хороший. Скажите, что вам надо, я вам угощу. Я пока снимаю видеоролик, потом я подойду. А это что-то? Водка тоже продаешь? Да. Водка, водка, водка. А это что? Сироп шелковица. Хорошо. Может попробовать водку? Не-не-не, не буду. Спасибо. Водка не буду. Спасибо. Вот я сказал, где рай сухофруктов. Вот и здесь. Вот здесь апельсины начиненные. Сейчас. Только угощают, да, просто угощают люди. А тут, Аня, покажи. Вот сухие специи, вот базилик. Полно. Когда приезжаете в Армению, не забудьте купить здесь сухой базилик. Цитрон. Специи полно, разные, да, с запахом такой. Я сам буду покупать здесь специи.
чтобы забрать с собой дома и приготовить шашлыки и рассказать. Вот, вот рай спецов. Где можно достать хорошие специи? Вот здесь. Сегодня какое число? Уже 2-го, по-моему. Да, 1 апреля. Апреля. 1 августа. Еще в Армении есть абрикос. А все время говорят, давайте в конце июля уже абрикосов не будет. Ну, полно абрикосов. Еще есть ли вкусно? Шата. Абрикосы золотые. А это откуда? С какой районы? Аштараки абрикосные. Да, за килограмм стоит хорошо, но 1800 грамм, потому что это $3.5, не знаю конкретно точно, но зато есть абрикосы. А персики вот золотые. Нет, не хочу персики, не хочу. Или 2 штуки. 3. Ну хорошо, пусть будет 3 штуки. Класс. Арбузики такие. В Армении очень много арбузов в этом году росло. Очень много. Много-много арбузов. Сейчас же хочу шашлык делать. Самый любимый мой этот спец. Зелень. Это еще лучше. Красиво. Такой бертуч, блядь, она супер клав, блядь, на табаве. Шатлав на очаге, а по этих станках? А эти в станках? В станках не лучше получается. Хотя вы говорите, лаваш второго сорта, но красиво смотрится. Мягчика старая, это лучше лаваш, чем все остальные. Да, конечно, это национальный стандарт лаваш, а это там, или скатарь. Я понимаю, как это делать. Спасибо вам. Будьте счастливы. Это 500 грамм, а если килограмм здесь? Килограмм и ингал. 5000 за килограмм. Сухой базилик, да? Сухой базилик. А это все ассортимент, да? Сколько тут травы? Ишь трава касты? Базилик, петрушка, йотус, все. Цитрон, о, тут. Вот это. А это сколько стоит? 500 рамки за 5000 за килограмм? Отлично. Ես վախերում եմ մոտիկան, բայց Անուն ինչ ես դրել? Էլիզաբետ. Как зовут? Էլիզաբետ. Почему Էլիզաբետ? Էլոնա. Потому что она царица. Царица, да? Любишь? У тебя сколько таких? Две. Два таких? Самка, самец. А чем кормишь? Овощи и фрукты. А, хорошо. Друзья, это показывает, что Еревану 2800 лет, да? Видно хорошо, да, я думаю. И сейчас я покажу вам по конкретной вечерний Ереван. Вот так красота, видите, уже темно стало, люди выходят на улицу, потому что уже не жарко. Днем невозможно, видите, потому что 40 градусов. А теперь люди гуляют, отдыхают в ресторанах, везде. Посмотрите, какая красота. Мне самому нравится. Класс, я буду снимать, так, подальше показывать. Так, еще пойдем обратно на площадь Республики, показать, как фонтаны красивые тут. Вот так и гуляем.
Ты бы узвела, Сейчас борщи мазать. Теперь я заканчиваю мой видеоролик. Ереван днем и вечером. И как раз я в этом кафе, я не буду представлять какой кафе, один из кафе в городе Еревана. И заканчиваем видеоролик с одним кофе. И я знакомился с моим, одним из моих подписчиков. Мы сидим рядом и я завершаю видеоролик. Но хочу вам пожелать всего хорошего. Оцените, какой у нас город. Хороший. Я думаю, вам нравится этот видеоролик. У нас Ереван очень гостеприимный город. Видите, сколько туристов, сколько молодых. Пожалуйста, посетите Ереван в Армении. Вот и все. Вот мой последний видеоролик в городе Ереване. После этого я буду домой, дома. До свидания, друзья. Тебя я обнимаю. И вот наш Михаил. Один из моих подписчиков. Спасибо вам. Чем?